Баркли! Внимание! Всем группам огневой поддержки вокзала! В данный момент начинается эвакуация на нижних уровнях! Туда же немедленно следует направиться медицинскому персоналу! Не берите с собой снаряжение, кроме самого необходимого! Поддержку обеспечивает группа Браво! Я хочу, чтобы каждый поезд сопровождал вооруженный эскорт! Группы Альфа и Эхо! Держите верхние уровни и периметр вокзала до конца эвакуации! Спокойно, спокойно! Это Морфех! Доктор Гул сказал, его зовут Алькатрас. Гул? Этот придурок! Что он понимает? Спокойно! Пропустите его! Господи, там внутри правда человек? Серьезно? Черт, ну и видок! Что с тобой, черт возьми? Полковник Баркли ждет вас! Сюда! Черт возьми! И ничего нельзя там сделать! Жена, ты должен же быть какой-то пусти способ! Меня. Пусти меня! Меня к ней! Невозможно! Сканирование показало, что вы там жены! Мне плевать! Ей страшно! Пустите меня! Не шевелитесь. Проклятие, дайте мне оружие. Я знаю, как с ним обращаться. А вам сейчас нужен каждый, кто может держать оружие. Не могу, парень. Вы теперь вне игры. Нам приказано разоружать вас. Господи, я был одним из вас. 9 лет в армии США. Весь контракт. Не шевелитесь. Я Морфех. А ты, кем бы ты ни был раньше, сейчас гражданский. Твои привилегии отменены. Хорошо, вы чистый. Всю ту помощь, что вы нам оказали. Однако это военная операция. Вы лицо гражданское, а город находится... На военном положении. Я вижу, что рад, происходит. Рад, что у тебя получилось. Потом, вы меня не слушаете. Нам нужно... Алькатрас! Получилось! Рад, что ты с нами, Морпех. Мои люди высоко ценят тебя. Черт! Большинство из них тебя боится. Он непростой боец, которого можно отправить на убой. Теперь вы он должны... под моим командованием. Нам нужен любой, кто может держать оружие, пока эвакуация не будет совершена. Доктор Гулд, спасибо вам большое. Для вас выделено место в одном из поездов с гражданскими. Это лучшее, что я мог для вас сделать. Полковник, вы не понимаете. Джек Харгрив знает ответы на все вопросы. Нужно срочно отправить людей на остров. Насколько я знаю, Харгрив уже труп. Первая задача — эвакуация. Погоди секунду, а ты пусти меня! Простите, доктор Гулд, у нас нет на это времени. Чайна, веди его к поездам. Сэр, давайте, док, нужно идти. Алькатрас, ты со мной. Сказал, что удрал в суматохе от Тара Стрикланд. Он врет. Тара, пока не съехала с катушек, была морским котиком.
Похоже, она его отпустила. Вопрос в том, зачем? Посмотри на них. Я здесь вырос. Любой из них мог бы быть моим близким. Если здесь рванет так же, как в Лингшане... Проклятие! Тут ни хрена не работает. Я был в Лингшане, когда Стритланд погиб. Тара узнала и... сломалась. Выпивка, наркота, отставка с позором. Ее отец бы в гробу перевернулся. А теперь она работает на Харгрива? Мартинес! Что такое? Они ломятся в главный зал, сэр! Ну уж не... Мартинес, спустись на платформу и скажи Дикерсону, чтобы отправил первый поезд. Времени больше нет. Сэр! Ступай на пост, сынок. Главный зал. Проберись туда и выиграй время для этих людей. Давай, парень! Вот сюда! И живо! Thank you.
Погоди! Вот она! Здесь! Пошли, парень! Быстро! Твою мать! Давай! Давай! Стой, парень! Отвези! Давай, парень! Стой! Отвони! Здание нужно! Или мы сваливаем, или мы трупы! Какого черта ты делаешь? Останови машину! Повторяю, 15 минут!